Так, здрасте, дорогие мои. Ну, мне как бы пару роликов есть сняты, но этот ролик будет по поводу крещения, с праздником. С крещением хочу поздравить всем. Так, ну и, естественно, крещенский гон, голубей будем устраивать. Сейчас посмотрим. Пока с утра ехал, погода такая хорошая была. Ветер, снегопад конкретно, метель был. Ну, снег почистил, пришел, все, снег закончился. Сейчас посмотрим, что творится у нас. Скорость ветра в Волгограде. Так, дорогие мои, скорость ветра в Волгограде 11 метров в секунду, 84 влажность, 47, минус 3, минус 10, короче, супер. Короче, погода просто супер. Так, ну мы что будем делать? Мы обязательно устроим гон. Откроем дверцы, пусть наши курочки выходят. Так, я вчера, когда выезжал, выкидывал своих самых-самых лучших голубей. Из 15, по-моему, только 7. Но это не имеет значения. Это все равно самый лучший хлам, от которого надо было еще давно освободиться. Что-то не хотят выходить. Очищаться не хотят. Так вот, дорогие мои, значит, ну, что происходит во время крещения, да, что за праздник? Очищение. Очищение. Люди как бы там очищаются. Ну, попробуйте и вы тоже очищайтесь. От хлама всякого. От всякого хлама попробуйте очищаться. Оставьте только хорошие. Только хорошие. Сейчас посмотрим. Сами не выйдут. Я-то точно вытащу их. В общем, надо очищаться. Очищаться от гайта, да? От хлама. Ну а как можно очищаться, дорогие мои? Ну очищаться можно именно в такую погоду. Именно в такую погоду поднимать. Там вот на днях с ребятами разговаривали, там ярмарки. Ну, знаете, очень многие отношения ко мне. Люди, которые меня лично в жизни не знают, ну у них есть уже отношения под это, да, ко мне. У одних отрицательные, у других положительные. В общем, ну одно радует, как говорит, курочка по зернышке клюет, да, говорит, что, говорит, уже основная масса, говорит, гагиковских голубей можно гонять в любой день и в любую погоду. Ну уже хоть что-то, понимаете, уже хоть что-то начало долететь. Давай, иди, колонцик. Долго. Выходить еще. Да, и вот тут смотрите, что произошло, дорогие. От чего надо избавляться? Вот практически наши голубятники уже, по-моему, ну, ничем не уступают наших политиков. Ведь у нас у политиков тоже же все замечательно, все ништяк. Единственное, вот этот долбанный Запад нас мешает развиваться, да, там. Вот во всех бедах виноват Запад. Вот Запад не дает, чтобы мы науку поднимали. Запад не дает, чтобы мы хорошие машины строили. Запад не дает, чтобы мы хорошую медицину образовали. Короче, во всем этом виноват Запад. Ну, в принципе, то же самое, как и у голубей. Да? Там во всем этом виноват хищник. Он ж не дает. Он ж засранец не дает, понимаете? Хотя вот если вот так посмотреть, да, но по хищнику я всегда говорю, что хищник это лучший санитар. Не то, что говорю, я еще и показываю, это лучший санитар, это лучший тренер. То, что не раз мы это все достаточно. Лучший тренер. Сейчас посмотрим, сегодня этот пойдет или нет. Я вчера вывозил его. Прилетел все-таки. О, видишь, уже обратно не ломится. Знаешь, что будет хуже. Да. Ну и
получается как, понимаете? Вот мы хотим поднять науку, но вот эти засранцы, вот эти западники там, это Европа, это Америка, не дает нам, ну не дает нам, понимаете? В 60-х годов мы ракеты в космос отправляли. Теперь у нас из 10 ракет 9 падает. Да, 9 падает. Ну а эти засранцы, америкосы, пиндосы, или как там их называют, они уже умудряются посадить эту ракету на ту же самую, это, да, на платформу, на одну. Куда делись-то? Давай даже сейчас на улице. В общем, то есть, ну понимаете, что во всем этом виноваты они, понимаете? Ну, хотя, допустим, ну, можно было у них пример взять, от них научиться. Ведь наука-то это мировая наука. В общем, да, смотрите, что у нас тут творится. Что, страсти какие. Бедные водители. Пока не в колтопе. Это страсть, Саша. Везде такая песня. Ветер сильно дует, ну и нахрен я пойду во двор, а то еще замерзну, заболею. Так, сейчас на паузу поставлю. Да, ну эти вот уже, видите, вышли. Молодец, тех, не знаю, а вон они идут. Вон они идут. Да, хотя, допустим, то же самое законы Ньютона, того, другого, да, я имею в виду ученых. Там же нет для национальности, там есть для науки. Этими законами могут пользоваться и армяне, и русские, и американцы, и испанцы, и итальянцы, все подряд. Законы Ньютона, Архимеда, там, того, другое, не запрещает никому. Да, никому не запрещает изучать, заниматься, развивать науку, поднять науку, никому не запрещает, дорогие мои. Но для этого надо просто заниматься. Но понимаете, легче всего ничего не делать и обвинять других. Обвинять других. Что кто-то во всем в этом виноват. Да, вот у нас голубятники кого виноват? Виноват хищников. Неважно, есть у них хищник, нет у них хищника, выпускает он этих голубей, не выпускает он этих голубей. Это не имеет значения. Главное, что чё? Главное, что хищник. Да, он желтый начал летать. Артиля. Молодец. Хорошо. Да, главное, что есть кому это, да, обвинять. Понимаете? Так вот, дорогие мои, ну я желаю от души, чтобы вы избавились от этой грязи, понимаете, от этих отмазок, да, там, обвинять кого-то в своих бедах, там, и самому не замечая, что во всем в этом виноваты именно вы. В моих бедах, дорогие мои, виноват я, поверьте, никто не виноват, я виноват, ведь как даже это, да, если, говорит, тебя обманули один раз, виноват тот, кто тебя обманул. Но если тебя уже обманули и второй раз, и третий раз, ну виноват ты, потому что ты позволяешь себя обманывать, да? В общем, тем более за столько лет уже сколько раз показывал. И не один я уже показываю. Очень многие показывают, ребята, что голуби всю зиму. Вот Миша Гаврилов частенько, как бы эту фразу, старую фразу это, да? Повторяет, раньше, если голубятника спрашивали, ты зимой не гоняешь? Гоняешь или нет? Да, если говорил, что не гоняет, говорил, ты что, дурак, что ли? Сейчас наоборот. Если зимой гоняешь, значит дурак, понимаете? Вот, понимаете, вот, ну это ж неправильно. Давайте, ну-ка. Давай, Засранчик. Эй, челенок, давай. Челенок. Ты тоже иди. Давай. Ну, скоро этих пойдем. Идите, Яшку, помогите. Он ж бедненький, голодненький, вас ждет.
нетерпением. Хотя вчера я ему прямо подкидывал очень хорошенько. Вывез самых замечательных, которые с дома не хотели летать, хитрычили, умничали. Ну, пришлось ближе к яшке. Ближе к яшке их отвезти. Ближе. Вот они. Да, ну, погода замечательная, конечно. Погода замечательная, летная, гонная. Самый ништяк, понимаете? Есть такая хорошая поговорка. Трудно в учении, легко в бою. Понимаете, чем сложнее в погодных условиях вы будете поднимать своих голубей, дорогие мои, тем лучше у вас будут результаты. Результаты, не бойтесь. Если он тупой, он пропадет. И в хорошую погоду, и в плохую погоду. Если он умный, то он обязательно дом найдет. В любую. Не сегодня, завтра, по-моему, дикарь пошел, может, и яшь уже тут, не знаю. Может быть. Ну все, может, может. Сейчас посмотрю. Ой, брат, уже и скользко. Да. Вот они тут появились. Тут еще и погода такая, ни хрена не видно, даже если яшь и будет среди них. Толком-то и не, а не это ворона. Толком-то и не заметим, что это яща. Что это яща. Ну, вон, лодорадик куда. А, ну это же здесь сидел. Этого тоже я вчера выпускал. Прилетел. Но теперь подальше надо будет ему, чтобы не прилетал, чтобы яша зацепил его. Яшка зацепил его. Да. Лепота. Правда, только холодно. И тут весь день, они сегодня будут в небе. Весь день. Весь день. Порывы начинают дикарить. Слышно ветра? Не знаю, слышите или не слышите. Не знаю. Да, ну, однако я замерз. Но этот сорвался, походу, там. Ленивый, ленивый, ленивый. Ну, как бы вот так, дорогие мои. Отпустить, а то она такая обиженная сидит на цепи, посадите. Не хотим ее выпускать. Ой, блин, не да. Счастливая какая, пошла кушать. Так, где эти-то? Вон они эти. Вот они. Да, ну сегодня еще метель как бы должен быть. То есть обязательно проверка будет, обязательно. Ветер хороший, может, больше там 11, я не знаю. Но такое нормально, даже 10-11 метров, это довольно хорошая тренировочная погода. Так, и вот смотрите, дорогие мои, ну, вон так чуть выше есть. Туман конкретный. Голуби не лезут в туман. Иногда они лезут, иногда нет. Ой, блин, пальцы замерзли. Иногда лезут, иногда нет. Почему?
То есть есть густой туман, есть не густой туман. Вот когда густой туман, они не лезут в густой туман. А когда такой слабенький, ну ушли туда, слабенький, ну, то они могут скрыться от вашего глаза. Но опять же, вы их не видите. Голуби придет прекрасно землю. Ну, и вот эти постоянные тренировки, а вон идут. Постоянные тренировки. Именно и дают им, не теряться те погодные условия, когда резко их накрывает бумага. Птица спокойно, валяшно прилетает, не теряется пачками, да? Так что лучше гонять постоянно и не терять пачками, гонять постоянно и не выбрасывать мешками от сальмонеллеза, от вертячки, от того, от другого. Ну, или не гонять. Выбрасывать пачками, это, мешками, терять пачками. Ну, что лучше? Не знаю, я думаю, лучше каждый божий день гонять. Как говорит, курочка по зернышку клюет. Лучше пусть каждый день они будут в небе. Да, только я уже окоченел с праздника всех. Удачи. Гонять и не будет. Вон челенок желтый. Неужели ты открылся, дурачок? Я в прошлый раз аж по башке хотел его долбануть палкой. Указкой. Когда он... я его выгоняю он обратно, я выгоняю его обратно. Ну, один раз вывез, выкинул. Вроде так. Открылся все равно, хотя он слабый, ничего хорошего не было. Но что-то я Яшу не вижу. Яша должен был быть здесь уже давным-давно. Потому что, ну видите, сколько снега сыпало. Ну, чтобы ему жрать нечего, надо обязательно сюда прийти. Ну, стоять, мерзнуть, ждать его я не буду. Я поднял, а он пусть уже сам разбирается, кого из них кушать сегодня. Самых лучших. Ну все, удачи всем.